Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Мигу Фифа. Я вернулся, более-менее. Правда, стрим сегодня не ждите, сразу говорю, а то я пообещал вам стрим на выходных. Нет. Говорить по-прежнему тяжело, поэтому стрим запустить не рискну. Но хочу с вами обсудить события последних дней и что нас с вами дальше ожидает. В общем, с каждым днем все больше туч сгущаются над Ютубом, что его могут прикрыть чуть ли не в конце следующей недели и так далее и тому подобное. Поэтому это видео специально, чтобы все увидели. Может быть, кто-то просто во вкладку в сообщество не заходит и не видит всего, что происходит, потому что я там все примерно рассказываю по поводу там своего самочувствия, по поводу анонса каких-то стримов и видосов. Вот, и я там еще сообщил одну интересную вещь. Если вдруг кто не видел, то рассказываю сейчас здесь. В общем, если вдруг вот это все, что с таким трудом создавалось, вот эти вот 1070 подписчиков, уйдет, если вдруг YouTube заблокирует в России, то есть два варианта. Значит, смотрите. Вариант номер раз. Группа ВКонтакте, которая давным-давно у меня уже создана. Ну, как давным-давно? Год назад я ее создал, когда год каналу стукнул и 500 подписчиков. Вот, я ее создал, здесь я дублирую абсолютно все видосы, поэтому я думаю, буду здесь публиковать видео, потому что, ну, скорее всего, даже если YouTube закроют, скорее всего, я не остановлюсь, буду продолжать радовать всех, кто останется со мной в это тяжелое время, поэтому я буду, возможно, публиковать здесь, потому что всякие, ну, рутубы и прочие вот эти вот ерундистики, честно, не для меня, и как-то я не хочу туда лезть, что-то там осваивать. Ну нет, мне кажется, нет пока такой платформы, которая, скажем так, была бы достойна этого, которая также достойна, готова принимать видео, как YouTube. Поэтому нет, скажу другим платформам, будем ждать, что там с YouTube. Ну, в общем, вариант номер один. Это группа ВКонтакте. Вот она. Если что, я ссылки оставлю в описании и в комментариях, чтобы вы знали, куда переходить. Вариант номер два. Телеграм-канал, который я создал буквально 2 дня назад. Тут пока 4 участника. Ну и, собственно, может быть, даже из-за этого я как раз и сейчас записываю это видео, чтобы точно до всех уже дошло. Может быть, просто действительно кто-то не увидел. Вот, поэтому Мигу Фифа, канал, в котором мы будем просто общаться, обсуждать какие-нибудь темы. А я вас только прошу, без политики, это точно, сразу мимо. Вот, но любые другие, там, не знаю, когда выход новых видео, там, какие-нибудь советы по карьерам, по составу в Ultimate Team, какие-нибудь там, я не знаю, футбольные новости, в конце концов, пожалуйста, я за любой движ подобный, поэтому мы можем спокойно здесь это все обсуждать. Поэтому ссылку на телеграм-канал я тоже оставлю в описании, переходите и подписывайтесь. Собственно, все, что я хотел вам рассказать. Далее, по поводу канала. Ну, тяжело, конечно, будет с этим прощаться, если вдруг все-таки заблокируют. Что там по расписанию с видео? Постараюсь выпустить его завтра, ничего не обещаю, но просто смотрите. Я вам задолжал одну вещь, ни в коем случае не спойлерю, но видео на 1000 подписчиков практически готово, его первая часть практически готова, я все никак не соберусь, чтобы вступительную речь вначале красиво оформить. Слепить с тем, что я уже смонтировал, все это срендерить в одно и залить на YouTube. Я вот этого пока, руки у меня до этого не доходят, вот, поэтому почти месяц уже, как у нас 1000 подписчиков, а я до сих пор не выложил праздничное видео. Поэтому ждите, я вам задолжал это видео, я думаю, я обязан успеть выложить праздничное видео до закрытия YouTube, чтобы, если вдруг его закроют, красиво так закончить эту историю. Но в любом случае она не заканчивается. Если YouTube не заблокирует, то, конечно, мы будем продолжать снимать. Вот, это только первая часть. Я хотел сделать в одном видео, но посмотрел, там столько много материала за 2 года накопилось, столько знаковых и классных моментов за 2 года, что там удобнее сделать на 2 части, чем я, собственно, и занимаюсь. Первую часть я уже сделал, вторую материал готов, его осталось там просто нарезать, оформить, отредактировать. Короче, там самый монтаж будет впереди. Вот, поэтому вот так-то. Поэтому жизнь продолжается. Я очень надеюсь, что YouTube не заблокирует, прям очень, потому что
это будет вдвойне обидно. И так обидно, что монетизацию сняли. Типа, я шел 2 года к 1000, впервые вообще к первой своей монетизации на Ютубе в жизни, я пришел, вот 5 лет шел, дошел, затем, чтобы монетизацию в России отключили. Класс, работаем, ребята. Вот, а если еще и вообще заблокируют Ютуб, это вообще будет жесть тогда. Да. Ладно, короче, будем заканчивать это информативное видео. Не хотел я особо грузить сегодня карьерами, потому что родной мой не позволяет пока ничего сделать. Вот. Поэтому не забывайте подписываться на канал в любом случае. Не забывайте вот про все, что я вам тут наговорил. Если вдруг будет хороший приток, скажем так, активных зрителей и подписчиков вот к группе ВКонтакте, то я и ВКонтакте, может быть, создам беседу. Видите, тут есть прекрасная кнопочка «Создать беседу». Я создам беседу канала, и мы тоже сможем общаться. Например, для тех, кто не может общаться в Телеграме. По непонятным причинам, но тем не менее. Поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на группу в Телеграме. Будем заканчивать. Не забывайте подписаться на канал. И на канал, и на Телеграм, и на ВК. Ссылки все я оставлю в описании и в комментариях под видео, если YouTube не удалит все эти ссылки, которые в комментариях. Но в описании они точно будут. Поэтому всем спасибо за внимание. Я пошел долечиваться, чтобы через пару дней вернуться в строй. И если YouTube не заблокирует, продолжить нашу великую карьеру за Ньюкасл. Ну а если я не заболею по новой, если YouTube не заблокирует до следующих выходных, то на следующих выходных абсолютно точно, ну пока что, ладно, абсолютно точно будет стрим, где мы проходим отборы в Weekend League. Да, там еще и много паков у нас лежит, поэтому это будет, я думаю, тоже интересно. В общем, всем спасибо за внимание, с вами был, как всегда, Мигу, увидимся, всем до скорого, всем пока. Шел по улице он строго, человек чужой для Бога, трость опорою была, и на стены тень ползла.